Версай, город во Франции, пригород Парижа, известен своими замечательными памятниками архитектуры и изобразительного искусства, а также историческими событиями, которые здесь происходили. Первоначально королем Людовиком XII дворец был задуман как скромный охотничий замок. Дворцовой площади. С конца 17 века при Людовике XIV и до конца 18 столетия это главная резиденция французских королей. А позднее, после Первой мировой войны, в Версале был подписан Версальский мирный договор 1919 года. По нему Германия должна была отдать все ранее завоеванные территории в пользу держав-победительниц. Британии, Франции, Италии, Японии и других. Именно этот договор хищников и разбойников, так писал Владимир Ильич Ленин, подтолкнул в дальнейшем Германию ко Второй мировой войне. Это резиденция королей и королев.